Ну что ж, продолжаем музыкальные наши истории. Да, ну я тогда, вот мы коснулись поэзии Ахматовой, тогда я и продолжу поэзии Ахматовой. Сейчас прозвучит ее стихотворение, посвященное Дмитрию Шостаковичу. Вот. Для меня Шостакович очень важная фигура. То есть я очень много слушала когда-то его музыки и вообще на нем выросла, можно даже так сказать. Вот. И я попыталась сделать так, чтобы, в принципе, меня здесь не было. Было стихотворение Ахматовой и музыка Шостаковича. Я использовала там его автограф музыкальный, монограмма, да, вот, и как бы на ней все и построила. То есть там, в принципе, звучит, ну, вот эта монограмма, автограф Шостаковича, ну, я его так немножко приспособила. Прошу вас к роялю. Ее края гранятся. Она одна со мною говорит, когда другие подойти боятся. Когда последний друг отвел глаза, она была со мной в моей могиле. И пела, словно первая гроза. Иль будто все цветы заговорили.